Дорогие друзья вечерки, поздравляю вас и всех таджикистанцев с наступающим Новым годом. Прежде всего, желаю вам здоровья. С этой точки зрения, год, который заканчивается, сложный был. Будем надеяться, что 21 год лучше будет. Еще раз, с Новым годом. Бон ани. Соли наф мубарак. Хамватанони азиз. Соли нави мелоди ро барои хар кадоми шумо самимона таҳният мегӯям. Хушбахт, муваффақ ва муҳимтар аз ҳама, тандуруст бошед. Приветствую вас, дорогие друзья! От всей души хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. В первую очередь хочу пожелать вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия в семье, и чтобы все-все плохое осталось в старом году, а все самое хорошее пришло в новом. Удачи во всех делах! С Новым годом поздравляю! Счастья, радости желаю! Пусть Новый год добро несет! Пусть счастье будет целый год! С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Здоровья нам всем! Дорогие таджикистанцы, дорогие друзья, я хотел бы от имени посольства Российской Федерации, от себя лично, поздравить всех с наступающим Новым годом. Пусть все невзгоды останутся в прошлом году, а Новый год принесет всем много радости, счастья и исполнения желаний. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. В Новом году желаю вам больше прибавлений, больше добрых новостей, больше поводов для встреч с любимыми, родными и теми, кто вам очень дорог. Пусть все в вашей жизни получается и ничего не убывается. С Новым годом! Дустони азиз, азноми мардуми Америко ва кормандони Сафарата, мардуми Таджикистанро, бол соли нав табрик мегуям. Дар соли нав ман мехоҳам ба шумо саломатӣ, муваффақият ва хушбахтӣ орзу намоям. Соли навтон мубарак бошад. Дӯстонам, фарораси соли навро ба ҳар яки шумо мубарак мегӯям. Ба хонадонатон саодат, ба рӯзгоратон ободӣ ва ба танатон саломатӣ мехоҳам. Соли навтон мубарак. Уважаемые земляки, от себя лично и от имени руководства Спитаминбанка поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и удачи, а также в достижении намеченных целей в наступающем году. Соли наватому бурак! Дорогие таджикистанцы, с наступающим Новым годом! Пусть год бычка будет самым лучшим! 2020 год научил нас следить за своим здоровьем. Также он научил нас, конечно же, понимать и ценить заботу близкого человека. Ну и, конечно же, 2020 год научил нас улыбаться даже через маску. Всех поздравляю с 2021 годом, с наступающим, планета Земля, любимый Таджикистан. И, конечно же, всем любви и крепчайшего здоровья. А знаешь, все еще будет. 100 концов убегают рейсы, самолеты уходят в рельсы, корабли снимаются с якоря. Если б помнили это люди, если б помнили это люди, больше думали бы о чуде, меньше бы люди плакали. Всем добра и счастья в Новом году!